родные, родные места, все улочки я здесь объездил, где я только не был в Орландо, можно сказать, знаю наизусть. Каково тебе вернуться в наш городок? Необычно. Такая история здесь была. Мы когда здесь были последний раз? В ноябре прошлого года. Здесь совершенно другая жизнь. Да. Вот если сравнить, например, Калифорнию, это как другая страна. Да даже с Майами отличается Орландо. Булка, нам осталось 7 минут до номера, до отеля. А что ты интересно зарезервировал? Я кстати, не знаю, товарищи. Я не знаю, мне уже заплетается. Я не знаю, что за отель. Сколько он обошелся? Сейчас скажу. Давай. Отель обошелся на 5 ночей 596 долларов. А я гляну, тут нет ничего такого. Да нет, а что там может быть? Ну вот тогда. 596 долларов? Да. На 5 дней это сколько российской еще зарплаты, ебаная? А Трамп ебаный. Так да, подожди, да. Это сколько надо россиянину работать за 600 долларов? Лет 20, блядь. Ну 3 месяца ебачишь, чтобы поселиться на пару дней в отеле. Это, конечно, сильно, Кристинка. Ты решила сегодня вообще добить хитрюк, что ли? Так, а мне вверх или не вверх? Да, не вверх. Ой, блядь, что это за нахуй? RAV4, ты чего?